По информации, полученной от предприятия Rizik News Siltuntukly, в июле месяце горячей воды у жителей центрального района города Резекне не будет. Также, как проинформировали Rizik News Siltuntukly, муниципальное предприятие, на 100% принадлежащее Резекненской городской думе, жителям города не стоит ожидать подачу горячей воды до начала следующего отопительного сезона. Сроки начала отопительного сезона также находятся под вопросом, так как Резекненская городская дума до сих пор не заключила договор на поставку природного газа для отопительного сезона 2022-2023 ГГ. Руководство города Резекне хранит гробовое молчание. Немытые горожане тоже не спешат выражать свои мысли по поводу бездействия городских властей. Результат 13 лет правления городом Резекненской городской думой в лице А. Барташевича партия «Согласие» можно охарактеризовать следующим образом: Резекне в 21 веке, жители без горячей воды, зато у них есть возможность кататься на коньках, послушать концерт «Сикагас Писизи» или посетить новый придуманный фестиваль.